сильные, но от того еще более любимые нами мальчишки. Если вы не получили флешки, обязательно это нужно сделать. Там релизы, вся информация о тест-драйве и, самое главное, фотографии сегодняшнего мероприятия, то, что вы сможете использовать в своих отчетах. Не забывайте, пожалуйста, мы будем благодарны вам за каждый хэштег «Шопинг налегке». Пожалуйста, отмечайте его, делайте в каждой своей публикации, чтобы мы могли прочитать ваши отчеты и еще раз убедиться в том, что все прошло нормально. Но сейчас я предлагаю поделиться вашими впечатлениями о том, как прошел тест-драйв шопинга налегке, и изначально, как мы и договаривались, ждем от вас правду и ничего, кроме правды. Что было хорошо, что было не очень. Поднимайте, наверное, ручки, вот так вот будем делать, я буду к вам подходить, или, как я люблю говорить на своих занятиях, я начну вызывать по журналу. Лес рук, глаза в пол. Вот Олеся лучше всех улыбается. И мы начнем обход. Пожалуйста, Олеся, твои впечатления, все по-честному. Я так и знала, что ты ко мне подойдешь первой, да. На самом деле идея очень крутая. Я сама шопоголик и люблю шопиться, ходить по магазинам. И всегда после часа, после двух руки заняты, много пакетов, и не знаешь, куда их деть. Поэтому идея, просто вы большие молодцы, очень здорово. Спасибо. Из минусов, первое, у вас на этой зоне не работает интернет и не работает Wi-Fi. Подключить ваше потрясающее приложение просто невозможно физически. Второе, для таких тупых блондинок, как я, это невероятно сложно. Я не знаю ни одного пароля, ни от каких своих почт, поэтому найти, подключиться, установить. Вот благо люди в белом, ваши девчонки, большие молодцы, что есть помощь, и они помогли все это установить и сделать. Так, что-то еще, что у нас было еще? Люди встречают, честно говоря, не очень. Вот прям, если вы просили правду, ну вот... Говорю честно, да, они теряются с выпученными глазами, сами не знают, что делать. В общем, как-то вот в плане сервиса не очень хорошо. Ну, я думаю, что им кто-то объяснил, наверное, сказал. Может, забыли, не знаю. Вот. Что еще добавишь? Ну, на самом деле, первый блин комом, идея потрясающая, я могу сказать, как стилист, когда ты ходишь с клиентом по магазинам 2 часа, им есть возможность освободить руки и хорошо подобрать комплект уже со свободными руками, это, конечно, плюс. Минус у нас был небольшой в магазине Манго, то есть там немножко запутались с этим приложением. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы оно само было чуть проще, потому что... Да, потому что когда нужно зайти, написать пароль, написать, получить, отфотографировать, как бы несколько этапов шагов, уже когда что-то не получается, начинает немножко как бы расстраиваться. Поэтому спасибо девочкам в белом, безумно нам помогли, а так я думаю, что все будет настроено, и мы будем чаще вкладывать в сторис отметку мега, чем теперь у нас Гринвич. Поэтому спасибо огромное. Отлично, это и была наша тайная цель, наверное, нельзя это вслух говорить. Но, пожалуйста, не забывайте делать такую отметку и шопинг налегке. Я уверена, что сегодняшний наш вечер, хотела сказать, что сегодняшнее наше утро, наш день поможет нам сделать сервис еще более экологичным, комфортным для вас. И все-таки работать с персоналом, конечно, будет продолжаться. Я знаю, что у вас были положительные отзывы. Давайте добавим ложечку меда. Я добавлю меда. Олеся высказала это как минус, а у меня наоборот. Меня очень сильно поддержали в магазинах. Видимо, это зависит все-таки от персонала конкретного магазина. Вот, потому что таким тоже блондинкам, как я, было очень трудно. Вот, и меня наоборот поддержали, все еще раз 10 раз объяснили, и все. Я даже уже получила.